Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам, как использовать профессиональный аппарат для прессотерапии Dr. Life модель LX7. LX7 – профессиональный мобильный аппарат, который удобен как в домашнем применении, так и для небольших салонов красоты. Аппарат произведен в Южной Корее. Аппарат LX7 работает в двух режимах. В компрессионный массаж и лимфодренаж. Сейчас я вам покажу, как легко провести процедуру самостоятельно с манжетами для ног. Для процедуры нам потребуются акупунктурные стельки, манжеты для ног и воздуховоды. Максимальный обхват бедра манжеты на ноги 72 см. При необходимости вы можете приобрести расширители, которые увеличат манжету на 10 см. Берем воздуховоды и подключаем их к аппарату. Далее подключаем манжеты для ног и кладем стельки. Надеваем манжеты. Включаем аппарат. Выставляем нужное давление. Выбираем режим и время. Включаем старт. Процедура началась, и в манжетах стал нагнетаться воздух. Если вы почувствуете дискомфорт в какой-либо области, камеру можно отключить нажатием на сенсорный экран. По истечении времени аппарат выключается автоматически. Аппарат отключился, и на этом наша процедура окончена. Сейчас я вам расскажу, как провести процедуру с манжетой на руку. Для этого нам потребуется воздуховод и сама манжета. Максимальный обхват плеча манжету на руку 44 см. При необходимости можно приобрести расширитель, который увеличит манжету на 10 см. Берем воздуховоды и подключаем их к аппарату. Подключаем воздуховод и надеваем манжету. Включаем аппарат. Выставляем нужное давление. Выбираем режим и время. Включаем старт. Процедура началась, и в манжете стал нагнетаться воздух. Важно начинать с правой руки, чтобы не было нагрузки на сердце. Если вы почувствуете дискомфорт в какой-либо области, камеру можно отключить нажатием на сенсорный экран. Аппарат отключился, на этом процедура окончена.